Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Spider-Man. Вот, продолжаем бегать, прыгать. Я тут делал перерыв в прохождении Spider-Man, так что управление я забыл. Вот, честно, полностью забыл управление, я делал перерыв. Я уезжал, я долго не играл. Полицейские под обстрелом. Нужны машины в верхнем Чайна-тауне. А, да, а что мы делали? Я забыл. Столкнулись с крыши четырех врагов, жетон 1x. А что у нас по заданию? Нас ничего не дали, да, нам по заданию? Я уже забыл, что тут было, что тут происходило. Можно сходить, кстати говоря, второстепенку сделать. Допустим, над головой побочное задание. Да, или вот охота на снайпера. Не. Пойдем туда, сходим. Так, давай вспоминать управление. Если нам сейчас не дадут задать... Я весь день пытаюсь дозвониться до тебя, ты в порядке? Из-за побега этой ночью в городе все вверх дном. Я в порядке, Мэй, и в безопасности. Но я волнуюсь за тебя. О, это ни к чему. В данный момент Пир самое безопасное место в городе. Чего не скажешь о приютах в других районах. Но здесь все тихо и спокойно. Охренеть, тут кругом преступники? Надеюсь, так будет и дальше. Я зайду как смогу. Люблю тебя. И я тебя, Питер. Охренеть! Ты смотри, сколько преступников. Ну, то есть везде преступники. Смотри на карту, на мини-карту в правом углу. Контроль. Доложите обстановку к северу от Хаустон. Группа гражданских подстрекает к насилию против миротворцев. Мы задерживаем и допрашиваем зачинщиков. А, везде преступники? Один человек-паук с этим не справится. По-любому. Вы нашли организаторов? Пока нет. Все. Мне, кстати говоря, ХП снесли очень хорошо. Как я испугалась. У меня тут еще один пропавший студент. Последний пропавший Стив Хопкинс. С ним есть один момент. Недавно в его районе появились пушеры из банды надгробия. Стива это бесило, район благополучный, но он боялся вмешиваться. Если его исказили, он может выплеснуть ярость на них и пострадать сам. Вот последний снимок до того, как он пропал. Более свежих я не нашел. Почти уверен, что это верхний вестсайд. Блять. Ну какие теплицы. Верхний вестсайд. Ну где-то вот здесь. Или вот здесь. Может быть, вот здесь? Но это же верхний вестсайд. Я у них не понимаю. Нижний, верхний, средний, поперечный. Ха, секундочку. Почти уверен, что это верхний вестсайд. Думаю, надо идти на север. Ну, мы же на севере. А, тут же подписано для дебилов. Вот же, когда карту наводишь, там же написано вон в левом углу практически. Вон же, когда эти открываются, верхний вестсайд написан. Это же для дебилов напих, гос. А я тогда что-то бегал, да, долго искал. С мостом-то когда тупил. Ха, почти уверен, что это верхний вестсайд. Так, а где здесь может быть? Ну это где-то... Где-то лето... Пойдем, возьмем сундучок. Думаю, надо идти на север. Да-да-да-да-да. Мы идем на север. Филипп, расскажи мне о Стиве. Маленького роста мухи не обидит, даже если захочет. Наркоторговцы его попросту раздавят. Да и сгорит он быстрее, чем другие. Лучше поторопиться. Похоже, у этого Стива развито чувство ответственности, но нет силы. Надеюсь, я успею вовремя. Может, бандиты надгробия не так крепки, как их босс, но очень опасны. А ты что, не будешь читать, что это? Кстати говоря, еще две этих осталось. Так, нам нужен бомжатник, какие-то... Тот это самый парк. Снимок был сделан где-то здесь. Это, наверное, сзади. Это, наверное, где-то сзади, ребят. Да, вот. Где-то... Вон, бомжатник. Кажется, это здесь, за теми деревьями. Ага. Ну что, сынок, последнее слово? Эй, пацаны,
Покажем мальчику класс! Бедолага цапнул больше, чем может проживать. Его придется спасать, не только лечить. Вооружены. Надо бы по-тихому убрать хоть часть из них. Барабаньки! Давай туда. А надгробие оплатит нам дантиста? Ну все, ты доигрался. Тихо, что такое? Ломи ему! Выключаем. Да где тут прыгай? Покажи, на что ты способен. Блять, я за... Меня зажали. Меня зажали между мотоциклов, ребят. Я управление забыл, ребята, Стив, я же сказал. Все чисто. Давай. Стив? Да брось, я же тебя спас! Стив, ты чё? Это сурово, но справедливо. Да. Господи, что я наделал? У меня и раньше были проблемы с ними. Но сегодня ночью я хотел их убить. Причем так, что сейчас даже думать противно. Не волнуйся, ты не виноват. Угу. Ты был под... Когда пыльца попадет на улицы, мы поднимем кучу бабла. Паук. Какая пыльца? У нас тут объявились тяжеловесы с плота. Они атакуют полицейские участки. Моим людям нужна помощь, срочно. Доберись до точки, и я все объясню. Уже иду. Это Октавиус? Нет, двое его подручных. Доктора мы пока так и не нашли. Скажу честно, он меня пугает. Таких умных суперзлодеев я, кажется, еще не встречала. Да. Вот это меня и беспокоит. Вы там держитесь. Воу! Охереть! То есть, подожди, мне что, теперь небезопасно? Мне что, теперь небезопасно тут летать? Я что-то не понял. Подожди. Мне теперь это, снизу там, теребоньку. Давай тогда. Быстрым перемешением будем пользоваться, потому что мне что-то это... Ну, мне не нравится, меня теребонькают как-то. Ох, ебать. Отряды в Марихилле. Дайте отчет о ситуации. Наблюдательный пункт развернут. Ищем Человека-паука. Ищите, ищите. А, Соболь же тоже теперь против нас. Я вспомнил, ребят. Я же говорю, я давно не играл. Соболь же теперь тоже против нас. Все против нас, короче. В общем, в городе полное вакханалия. Так, капитан, я на месте. Давай. Носорог штурмует участок в верхнем Вестсайде, электро в верхнем Истсайде. Без твоей помощи нам не справиться. Выбирай участок, там одинаково паршиво. Спасение департамента. А быстрое перемещение нельзя? Шишел, мышел, пернул, вышел. Ну, поем налево. Мужики всегда ходят налево. Блин, жалко, нельзя. Питер, есть время. Нам нужна помощь в одном из отделений пира. В ветеранском центре в Гарлеме? А что там? Люди с Райкера требуют еду и припасы. Персонал заперся внутри, но долго не продержится. Мы с Майлзом поехали туда, чтобы вывести сотрудников. Мэй, не делай ничего сама. Встретимся в Гарлеме. У Мэй измученный голос. Надеюсь, она не больна. Надо помочь Юре, а затем в Гарлем. Да, это самое важное, что она сейчас, наверное, не больна. А то, что она едет в опасное место, ее там могут убить, это фигня. Совершенно верно. Неизвестные открыли огонь по полицейским. Они стреляют сверху. Всем машинам северной. Это да, ребят. Ответ... Главное, что она не больна. Везде, короче, вот ханалия. Мои ребята укрывают гражданских в полицейском участке верхнего Вестсайда. Но его осаждает носорог с группой беглых зэков. Я уже видел. Хрена снайперов, да, на меня? Зловещее багровое свечение. Видимо, это работа носорога. Быстрее. Конструкция здания уже серьезно убьют. Повреждена. На меня тут 10 снайперов одновременно целятся.
Практически долетели. Оп. Английский сгорел, мужик. Камон, камон, горит. Носорог движется, но бывшие гости Райкера громят ваши полицейские баррикады. Я помогу уравнять шансы. Давай. Если баррикады падут, людям внутри придется худо. Так, подожди. Так. И добиваем. Спасибо, Человек-паук. Пожалуйста. Теперь помоги на других баррикадах. Прежде носорог не бежал от драки. Видимо, он выполняет приказы доктора Октавиуса. Быстро нападает на команду экстренных служб и отступает. Да, я же нажал. Так. И двоечка. Баррикады какие-то, блядь, что тут атакуют? Иди на другую баррикаду, они ждут! На кую? Да ёб ты! Концентрация есть, надо это. Воу, тихо, подожди. Да что ты делаешь, господи, возьми люк. И вот так вот. Еще. Так, еще что? Человек-паук наверх! Преступники стреляют из РПГ! Они разнесут здание! Этого не должно случиться! Иду! Ебать! Они реально из РПГ хуечат. Там, точнее, там не РПГ на самом деле. Одна крыша там. Чисто. Блять, нихера себе. Быстро! Мы разрушим это! Эй-эй-эй! Вижу главную цель. Перехожу к умиротворению. Есть более простые способы просить автограф. Реактивные ранцы? Кто додумался дать этим парням реактивные ранцы? Ребята, мы на одной стороне. Давайте хотя бы сначала разберемся с зэками. Нарушители будут... А чё? Умиротворены? Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Оруэллом? Или только мне? Что, никому? Что-то я не понял. А на них часть моих этих приемчиков не работает. Рад тебя видеть, готов ответить за то, что упрятал. Так, подожди. Ага. Так, а можно еще того добить? Да блять! Эти маленькие энергетические болы спецом для меня? Польщен и напуган. На, поджопник. Блять, какие они... Давай, господи. Тихо, не падать. Тихо, подожди, отойдем сейчас, перегруппируемся, подожди. Там, по-моему, еще один какой-то хрен летает, вот он.
А ты чё в воздухе не стрелял, блин? Блять, где он? И сюда. Он все? Вы покидаете район заданий. Я ничего не покидаю. Это район заданий покидает меня. Блять. Ты вот сюда вот примагнитесь. Замечательно. Все. Воу, неплохо. Ну а жопа какая-то началась, ребят. А почему у меня... А. Это спецназовцы Соболя. Явились добивать остатки беглецов Срайкера. Я уж понял. Почему они не падают, когда мы на краю вот так вот хреначим? Почему они туда не улетают? Охренеть. Юрий, участок в безопасности. Я только что узнал, каково быть приоритетной целью Соболя. Гадость. Будешь знать, как смеяться над международными наемниками. Да уж. Я иду через парк, чтобы разделаться с Электро. Позвоню, как доберусь. Отлично. Сообщу моим, что ты будешь там. Угу. Обязательно. Сообщение от Майлза. Ты куда? Эй, Пит, слушай, Мэй попросила позвонить тебе. В ветеранском центре все плохо. Зэки пытаются вымыть двери. Здесь Мэри Джейн, мы пытаемся вывести людей через подвал. Но нам нужна помощь. Надеюсь, ты скоро будешь. Надо заканчивать с участками и спешить в Гарлем. Я бы на самом деле сначала полетел бы в Гарлем, потому что там ты всех можешь потерять. И Мэри Джейн, свою женщину, и бабушку свою, ну, тетю, которая. Бабушка, которая тетя. Всем поддам. По полицейским стреляют снайперы. Нужно подкрепление Вандербилд. Прием. Опять же, то же самое, да, сейчас сделать? Ну, давайте поделаем. Ух, ёпта, Электро. Паршиво. Трансформаторы подают энергию в здание, заперев там полицию. Юрий, не просто, это мягко сказано. Придется отключить трансформаторы, чтобы освободить твоих. Блять. Даже если тебе это удастся, им понадобится твоя помощь с демонами. Ну так я здесь. Готовы решить все электрические демонические проблемы. Чего? Откуда они там стоят? Где они? Чё? Блять, подождите. Прервать задание, потерять весть. Продолжить? А, типа... А! Какое-то задание странное. Еще 4 железки. 2 сдохли, 3 осталось. Я не скучал по Электро с его суперзлодейскими штучками, пока он был на плоту. Запереть полицию с помощью сети трансформаторов? Кто так делает? Блять, уходи. Тихо, подожди. Так, подожди. Больно много экшена пошло. Так, отхилились. Один. И же убивать не обязательно, да? А где еще один? О. А, вижу. Давай. Красава.
С помощью... свободна, но демоны не отступают. Придется им помочь. С помощью электричества? С помощью электричества заперли как-то внутри этих красавцев. Как так? Ну да ладно. Вот эту сразу забираем. Да блять. Да что происходит? Подождите, я путаюсь. А, как-то все в разнобой. Где кто еще? Заебать вот воюете, мужики. Юрий, оба участка в безопасности. Мне нужно отключиться на время. Звони, если обстановка накалится. Хорошо. И спасибо. Ты дал нам возможность сражаться. Так. Надо спешить в ветеранский центр в Гарлеме. Помочь Мэй. Давай точку. А можно переместиться? Подожди. Нет, конец-то! Нельзя. Ты нужен нам в ветеранском центре. Где ты? Меня задержали. Как вы? Что происходит? Преступники подожгли здание. Мы вывели персонал, но Мэй с Майлзом остались внутри. Я пытаюсь найти путь к ним, но огонь распространяется слишком быстро. Оставайся на месте, МЖ. Я разберусь. Только быстрее, Пит. Быстрее! Кто? Чё? Отстаньте. Я понимаю, где-то здесь уже должен быть финал, да? Раз весь город против нас, навряд ли. Финал-то где-то здесь далеко. В принципе, у меня все прокачано, все, что я хотел. Наблюдательный пункт развернут. Цель не обнаружена. Питер, пожарные уже в пути, и я нашла пожарный выход, через который... МЖ, стой на месте! Не хочу, чтобы тебя тоже пришлось спасать! Питер, не сходи с ума, дождись помощи! Какой помощь, весь город в огне, блин? Мэй! Я чувак со сверхспособностями. Какой помощь, пожарных, что ли, ждать? Пока не приедут, пока потушат. Вы уж сгорите нахрен. Сюда! Мы здесь! О, господи, как они там оказались? Держу! Держись! Так паутина их все подтяни, ты чё? Пробирайтесь к окну! Слишком далеко! Держись! Только держитесь! Давай, глупый кусок! Ну же, Мэй, я спасу вас! Как все по-фильмовому? Давай, вперед! Майлз, давай! Нет! Да ладно, он выжит, он же Человек-паук. Мы тебя спасли. Спасли тебя. Все спасены. МЖ, если бы не вы с Майлзом, я был бы... Мертв, как и я те 100-500 тысяч раз, что ты спасал меня. Так что я все еще перед тобой в долгу. Умно. Послушай. Мне жаль, что я все испортила. Просто нелегко быть той, которую все время спасают, понимаешь?
Иногда я и сама хочу спасать. Прости, что заставил тебя чувствовать, будто ты не можешь. Мы все еще партнеры. Как всегда. Эй, я не знал, как ты любишь, с газом или без, минеральную или из горных источников, так что принес по одной каждого вида. Я не вовремя? Нет, мы с МДЖ, с мисс Уотсон обсуждали стратегию. Стратегию? Да, верно. Город в опасности, и ему нужна наша помощь. Помощь всех нас. Ладно, командуй, тренер. Ладно. Разделяй и властвуй. Мисс Уотсон, нам нужна вакцина от дыхания дьявола. Аскорб что-то создает, но они не смогут защитить свое детище от Октавиуса или... Нам нужно найти лекарство и защитить его. Я проверю кое-что. Майлз, тебе придется стать моими глазами и ушами в пир. Будет что-то не так? Звони. Мы должны обеспечить безопасность центра и его обитателей. Ладно, а что будешь делать ты? Шайка безумцев в костюмах разрывает город на куски. Пора уделить ей внимание. Ясно. Погоди, а как? Я тебе позвоню. У тебя же нет телефона в твоем... твоих карманах. Мисс Уотсон даст тебе мой номер. Удачи, команда. Его номер. Ты девушка-паука? Было бы круто, если... Хватит, Шерлок. Лучше покажи мне свой богатый выбор воды. Вот так вот. Он пока и там свою воду показывает. А мы пока тут. В городе немного спокойнее. Ох, нихрена себе, у нас, видал, Майлз уровень аж. Майлз следит за пиром, МДЖ ищет средства от дыхания дьявола. Очки опыта аж вышли. Пора найти Отто и сорвать его планы. Юрий, давай. Пора выходить на след боссов. Насчет Октавиуса ничего? Нет, ничего. Криминалисты даже не могут поработать на Таймс-сквер. В отделе болеют все, кроме стажеров. Возможно, я что-нибудь найду. Сообщу тебе. Интересно, да? Болеют все, кроме стажеров. Так, давай тогда быстро ТП-шку, чтобы... У нас два ящика остались этих. Блин, сходить бы их, конечно, забрать, два сундучка. Ладно, давай, а то я чувствую... Я чувствую, что скоро финал. Да и серию надо, я думаю, заканчивать. Мы с тобой сейчас сходим. Заберем два... сундука этих. Почему я их называю сундуками, ребят, не знаю. Портфели. Приходит сведение, что у Мартина Ли, помимо этих странных способностей, в духе сами знаете кого, обнаружили тяжелую стадию раздвоения личности. Это вздор. Он просто пытается избежать безжалостного правосудия. Только дурак поверит в россказни, что этот мистер Позитив с улыбкой помогает. Так, где он? Паучий сигнал! Крутая идея, но любой подходящий для этого прожектор раскалится как солнце. Может, однажды? А, типа как у Бэтмена. 54, ну и давай 50... Контроль агентам, доложите обстановку. Давай 55-ю. Прием. БТР Кила начинает патрулирование. Ищем паука. О, паука, отстаньте. Давай уж возьмем 355-ю, уж доделаем их. Доделаем, уж чуть-чуть тут как бы осталось, да. Хотя нам за это ничего и не дадут, нам, по-моему, дополнительно, наверное, ничего не дадут. Ну, просто так, пасхалка. Я никогда в играх, на самом деле, ничего вот так вот не собираю. То есть я не прохожу игру, знаешь, на 100%, чтобы прям... Остановить машину. Жопу! Полицейская пуля из тех времен, когда я считался сообщником Электро. Хорошо, что учебники толстые. Плохо, что... Блин, я думал, все. 55, найдите, рюкзаки прошли. И все? Даже вот дополнительный опыт, вот видишь, мы закрыли как бы, да? А нам даже дополнительного опыта не дали. Пускай катается. Они там все равно по кругу катаются. Ну ладно, пойдем сюжетку еще закроем.
Не знаю, сколько здесь до конца на самом деле. Тут я на славу облажался. Провал, а я и не хотел здесь ничего делать. У меня другие задачи. Ладно, пойдем сюда. Всем агентам, босс требует отчет по театральному кварталу. Человек-паук, ты готов помочь? Ну, типа как бы, наверное, да. Решил, что вам это нужно. Ты не знаешь, с чем мы столкнулись. Я никогда не видел ничего похожего на это дыхание дьявола. Криминалисты замучились. В новостях говорят, что здесь Отто выпустил дыхание дьявола. Возможно, я найду следы. Да, вот здесь, по-моему, да, или где? Или вот здесь он стоял. Если найду ублюдка, который это сделал, вряд ли... На этой табличке следы какого-то вещества. Возможно, возьму образец. Возможно, или возьмешь? Ты же спец. А ты лидерная последовательность. Многообещающая. Есть линии излучения, перекрывают линии поглощения, не взымают. Это я в курсе, господи. Чё меня учат-то? Я же в курсе, я же спец. CPF-1 модифицированный аскорб. Это точно оно. Может, смогу отследить путь распространения. След идет в нескольких направлениях. Нужно выбрать одно. Ну, пойдем туда поинтереснее. След ведет к тому зданию. След прыгает по зданиям. Такое ощущение, знаете, как гены такие. След ведет в эти отверстия. Что там делал Отто? Здесь должна быть дверь или люк. Мрачновато. Посмотреть логово Отто. Надо как-то включить свет. И правда, как же надо включить свет? Да будет свет. Сказал монтёр, жопу фосфором натёр. Здесь был плацдарм Отто? Побег из тюрьмы – идеальная маскировка для проникновения. Угу. Норман. Мне кажется, что я вижу его лицо повсюду. Он улыбается перед камерами, получает комплименты и давит мне сапогом на горло. Почему никто не видит его эгоизма, его беспечности, его злобы? Если бы они только увидели Нормана, которого знаю я, человека под маской. Так расскажи всем, зачем весь мир-то уничтожить? Вот ты искал слабые места в технике Соболя. Говорит, я, говорит, хочу... Главное, он считает врагом для себя Оттона, о, этого Нормана, да, то есть, ну, губернатора этого города. Но при этом он мстит не ему, а вообще всем, как бы, типа... Носорог. Мой второй любимый русский. А носорог, а кто первый твой любимый? Путин? МакГарган. Он же Скорпион, он же псих-психованный. Отто записывал послание для команды. Я редко признаюсь в подобном, мистер Гарден, но уплата ваших долгов оказалась делом более сложным, чем я ожидал. Вы задолжали требовательным людям, но после операции с водохранилищем ваши финансовые обязательства тоже будут ликвидированы. Вот так Тавиус умеет убеждать. Так... Наверное, что-то тут еще есть интересное. Стервятник. Я бился с ним чаще, чем с любым другим. Электро. Всегда под напряжением. Макс, когда ты впервые рассказал о своей мечте, я решил, что ты безумен. Чистая энергия? Но погрузившись в эту тему, я нашел способ достичь того, чего мы оба желаем.
Обещаю, когда мы закончим, ты станешь чистой энергией или столь близким к ней, что разница будет несущественной. А чё, куда я иду-то? А это еще что? Ну, план города, наверное. Отто строил планы с помощью карты, но она пуста. Может, я что-то упустил? В смысле? Что это? А вот это что? Почему она моргает? Видишь как? Мне, может, надо все это как бы? Главная мечта Электро — стать чистой энергией. Док модифицировал его костюм, на шаг приблизив его к цели. А может, мне надо вообще все осмотреть, как бы? Вот все вот эти желтые вещи. Похоже, Док тайно работал над ядом Скорпиона. Он содержит мощный галлюциноген. То есть еще этот-то не полностью не себя контролирует. Он создал средство, чтобы освободить носорога от костюма. Одно правительственное агентство не сделало это за много лет. А Отто смог за несколько дней. Ну, гений, что с него взять? А гений? Аскорб проник во все сферы. Энергетику, связь, безопасность. Норман сделал свою компанию жизненно важной, но при этом уязвимой. Если произойдет несчастье, которое ударит по уязвимым точкам, все рухнет. Люди увидят, что на самом деле Норман просто паразит. Да, всего несколько шагов, и он будет уничтожен. От источника энергии у него рак спинного мозга. И Отто разрабатывает для него лекарства. Хорошо, как бы. Какая горькая ирония, Эдриан. Твои чудесные крылья сотворили такой ужас с твоим телом. К счастью, теперь ты работаешь на меня. Когда мы закончим, мой метод непременно исцелит тебя. Ты еще не скоро покинешь наш мир, друг мой. Так, и что там делать? Ультрафиолет. А, надо было изначально вот так сделать. Ха, ничего. В смысле, надо ничего. Как-то включить эту лампу. Не надо было все слушать, ребят, надо было вот так сделать и все. Ну ладно, зато послушали как бы всякую информацию. Вот так. Скрытые метки. Отто поручил злодеям уничтожить имущество Аскорб. Он пытается по кирпичикам разобрать империю Нормана. Электро, в общем, короче, Скорпион. То есть где кто должен что делать? А здесь что? О, подожди. Ли занимается средством от дыхания дьявола с помощью какого-то икара. Последний этап — прямое нападение на Аскорб. Скорпион отравит воду в водохранилище. Оно тоже принадлежит Аскорб. Почему стервятник на Таймс-сквер? Нужно быть начеку. Электро занимается электростанциями. Логично. Носорогу поручены объекты на побережье. На какой он нападет? И почему? Чё мне надо еще-то? Что-то я затупил, ребят. Так, ну здесь все. Вот сюда вот как надо пройти. Вот сюда как-то надо пройти. Икар! Вот оно! А Человек-паук, мы не представлены должным образом. Я... Отто Октавиус. Никакого Икара нет. Верно.
Мартин и сам отлично справится с охраной вакцины. Икар просто уловка, чтобы заманить тебя на точку. Что за точка? А? Замечательно. Какой приятный работодатель Октавиус! Планы Б для всех планов Б! МДЖ, привет! Пит, ты в порядке? Что происходит? Да-да! Послушай, Ли охотится за вакциной! Мы должны найти лабораторию Оскорб раньше него! Уже ищу! Я поняла все разрешения на строительство в городе. Если запись есть, я ее найду. Прекрасно! Ладно, до связи, МДЖ! Сразу с двумя, что ли, или что сейчас будет? Махач. Не вышло? Потрепало. Теперь план Б. Командная работа – волшебная штука. Позволяет достичь невозможных целей. Например, убить Человека-паука. Ты почти согрел мне душу, Электро! Тюрьма пошла тебе на пользу, правда? Так, с пользой Эжектора. Пора переходить в ближний бой. Давай. Идем. Я нанесу ему урон, если стрельну паутиной в трансформатор. Ну, полетел. Блядь. Эс, твой выход! Привет, Эдриан, это я, Человек-паук! Что за чушь ты несешь? Никто не понимает моих шуток. Наша долгая вражда закончится сегодня. Да, совершенно верно. Вражда? А я думал, тактика взаимных уступок. Да, я ошибся в оценке отношений. Ты куда? Уж не больнее, чем тебе. Блять. Где он? Сзади. Человек-паук! Я должен сломать тебя. Есть! Ты понял шутку? Я так рад, что почти готов сдаться. Почти. Если честно, поодиночке вы мне нравились больше. Удивительно, чего можно добиться командной работы, правда? Угу. Энергия молодости и мудрость опыта. Идеальное сочетание. Как кошка с собакой. Ну да. Хмясь, боёвочки здесь у нас пошла. А мы их скоро отрубенькаем. Пора нанести урон. Кому, блядь? Похоже, это больно! Охуенно, как больно. Надо заставить его ослабить защиту. Господи! С двумя боссами сложно. Не люблю с двумя, хочу с одним. И да. У него нет шансов. Почему? Да, да, мы молодцы. Не хочу вас огорчать, блять. Но кажется, вы неправильно оценили ситуацию. Ты ведь знаешь, что я с тобой просто играю.
дверь. Каково это, встретить того, кто сильнее тебя? Да нихуя ты не сильнее. Ну, и все. Один готов, остался еще один. Сколько уже раз мы вот так танцевали, Эдриан? 10, 20! Слишком много! Сегодня наш последний вальс! Ты где? Вальс, вальсер. Бля, как же неудобно там херачит. Нужно подойти и прикончить его. Так, второго тоже загнули. Да, с пистолетом вы много чего ему сделаете. Что происходит? Электро заземлили. Человек-паук, полагаю. Если бы ты и правда любил этот город, ты бы помогал мне разоблачить Осборна. Убивая невинных людей? Я восстановил бы порядок. Ты болен. Тебе нужна помощь. Мне не нужна помощь. И мы не остановимся, пока Норман не получит за все. Да, реально, хочешь ты восстановить, типа, отомстить одному этому Осборну, поубивав мирных жителей. Зачем? Иди как бы с ним разбирайся и все. Нет, я буду все, говорит, уничтожать. Ненавижу, когда они заодно. Сейчас только отдышусь. Ну, в принципе, видишь, миссию прошли с тобой. О, который час? О, черт! Заодно миссию прошли. По следу пройдено 5000 опыта. Давай, 5000. Надо связаться с Юрием. Юрий, стервятник и Электро, все. Остались четверо. Я видела. А еще я видела взрыв на Таймс-сквер. Я предполагаю, тут имеется связь. Ты все понимаешь. Эта крыша была плацдармом. Октавиус использует злодеев против Оскорб. Стервятник и Электро атаковали электростанции. Цель Скорпиона — честные сооружения. Насчет носорога пока не знаю. Что-то на побережье. Для начала этого хватит. Ты пойдешь за Скорпионом? Да. Город и так еле держится. Если останемся без чистой воды, это конец. Я свяжусь с тобой. Хороший план. То есть 5 преступников... Пять преступников и у нас... Двух мы уже поймали. А их пятеро. То есть, в принципе, я думаю... Как там Майлз? Привет, Пит, ты цел? Об этом я хотел спросить тебя. Я да, а вы с моей в гуще событий. У нас много дел, но людям нужна помощь. Я лучше буду делать что-нибудь, чем ждать, пока кто-то все исправит. Понимаешь? Да, я слышал. Позаботьтесь о своей защите. Маска и перчатки. И время от времени отдыхайте, особенно Мэй. Никто не заставит эту женщину отдыхать, если она не хочет. Но я постараюсь. Спасибо, Майлз. Обними Мэй от меня. И береги себя. Вот. Увидимся с тобой уже в следующей серии. В следующей серии продолжим. Вот. Всем до встречи, всем пока.